Так, дальше что происходило? После того, как мы нанесли удар. Сколько ударов нанесли? Три. Три удара в область головы. Били чем? Еще раз напомню. Топором. Топором. А для чего вас потушили брать? Не можете спросить. Ну все, я пошел на выход. Он это кто сказал? С собой что-то же брали? Да, мы оттуда там были. Где вы их взяли? Давай же на автомобиле. На базу 21 стадион. Я понял. Ты кто что взял? Просто дыр взял арматуру вот так. Чтобы выйти на след подозреваемых, оперативникам пришлось отработать свыше 100 лиц, среди которых оказались коллеги по работе погибшего, партнеры по бизнесу, в том числе и те, с кем предприниматель имел неприязненные отношения. Также допрашивались возможные свидетели, родственники и знакомые бизнесмена. Отрабатывался круг ранее судимых лиц. Как установили полицейские, один из задержанных был хорошо знаком с погибшим предпринимателем.